Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, у нас серебряная лига, 13 место. И сегодня я хочу поиграть за зомби из растения, за которых мы очень-очень редко играем. Так, здесь у нас, например, будет кто? Здесь у нас есть Бонг Чой, есть ночной колпак, цитрон, зубостезила. Давай попробуем за зубостезилу поиграть. Так, я посмотрю сейчас колоду. Так, интересный, интересный тут подборчик у нас. Хорошо, я оставлю как есть. Поехали. Кого нам дадут? Навигабл. 8-го ранга он, да? Навигабл. Играет он за бессмертию. Что-то у нас тут как-то... Да, не очень, конечно, хороший подбор. Опа-на. С чего он начал сразу? Так, а это у нас все зомби на земле получают минус один, минус один. Он прокачиваться будет или нет? Я не помню. Ох ты. Ну, этого мы можем с тобой, в принципе, поджарить. Только вот нужно ли нам это делать? Скорее всего, нужно. Или нет, лучше сделаем... Блин! Хотел убрать. Так, ладно, у нас есть молоток, если что. Против вот этого. Если, конечно, он пригодится нам. Так, смотрим. Вызвал призрака, да, своего? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Что он там? Создает случайного зомби. И кто же там попадет ему? Понятно. Так, а мы подумаем сейчас, кого нам нужно. Так, защита сработает? Сработала. Это мы пока тратить не будем, пригодится. А вот то, что у нас 14 кп, это меня нисколько не радует. Блин, неужели одними мелкими меня раздавит здесь? Давай, наверное, вот сюда поставлю. Просто посмотрим, проверим, так сказать. 3-2. Пошел отсюда. Так, у нас с тобой... Опа, еще одна защита сработала. И уничтожаем с тобой вот этого. Схрумкиваем. Так, смотрим. Я знаю, что у нее есть летучие мыши. 100% она будет ставить их на воду. Да ладно, успокойся ты. Тоже тут явился, не запылился. Погнали. У нас 9 хп. Ну и кого ты на этот раз поставишь? О, даже как. А что, если я сделаю вот так? Так, эволюция у нас... Так, лиственная эволюция. Растение на всех линиях, вытянутые вами, получает плюс 2. Давай я вот так вот сделаю. Так, посмотрим, что он будет предпринимать. Ага, размещает зомби-астронавта. Ну, естественно, ему крышка, ребят. Даже вот так ты делаешь. Понятно. Так, в лицо. Ну что, нам надо хиляться, скорее всего. Посмотрим, кого он тут поставит. О, даже как.
Опять он, конечно, объелся с бонусной атакой. Значит, мы с тобой сделаем вот так. И... ту-ту-ту. И вот так вот я сделаю. Поехали. Чё он там? Ага, меняет. Блин, у него защита, я про неё совсем забыл. Так, что он там? Это тебе, парень, не поможет. Лава-гуава. Так, он послал сюда охотника, да? Охотник, иди сюда. И сделаем вот таким вот образом. Ну что? Наносит бонус на так, а у меня защита сработает, парень. А, он даже не сможет, у меня же этот. Совсем забыл. Тогда все, ему крышка, друзья. Нормально. Первый поединочек прошел великолепно. Так, сыграли мы с тобой за зубостизилу. Перейдем, интересно, с тобой, нет? Да, мы переходим на 14 ранг. 20 гемов получаем. Так, ух ты. Фига мы тут сразу, еще плюс 20 гемов. Выиграть игру хитрым зомби-героем. Хитрым зомби-героем. Так, продолжаем играть. Так, возьмем на этот раз, наверное, Цитрон. За Цитрон у меня никак, ребят, не получается играть нормально, если честно. Вообще не получается. Че я тут не делал только? Ни шиша не уходит. И что это у меня за колода такая непонятная? На орехах? Ну, типа я на орехи тут акцент делаю. Тогда зачем мне вот этот, извини меня, нужен? Если мы играем на орехах. Бобовые. Так, бобовые. Неужели... Или на орехах, или на бобах я тут хотел играть, да? Судя по всему, тут на бобах. Больше акцент все-таки идет. Хорошо, мы уберем с тобой бобовые эти. А орехи оставим. Надо только сделать добор. Возьмем вот этого, наверное, с собой. Возьмем вот так. Замечательно. И нужно еще кого-то. Так, ананаса у меня нету. Есть один. Одного мало, наверное, будет. Давай, наверное, второй еще возьмем, на всякий случай. Как-то вот так. И, наверное, возьмем еще ягоду. Ну что, друзья мои. Так, вот это вот мне не нужно. Беру я отсюда. Ну, а теперь, думаю, нормуль. Поехали. Выбрать, играть. Еще раз повторяю, за Цитрон у меня играть получается очень плохо. Так, а против меня ставят Нептусь. Ранг, правда, пока маленький, 9-й. Индиана Фекс. Даже вот так вот. Ну, этого уберем пока. Ладно, поехали. Так, мне дали защиту. Первого хода нету, второй. Начинается с кукурузной собачки. Так, Нептусь. Угу. Пошла, пошла добирать картишки, да? Соответственно, будет его прокачивать. Так, только не надо вот сейчас вот по 3 часа сидеть и думать. Вытянула карту, энергии нет, сидит, думает. Так, ладно, у нас пойдет сейчас в бой кукурузный песик вот сюда. Че, все что ли, сдался? Индиан Флекс, ты че, или как там, Индиана Фекс? О, друзья мои, ну это трэш. Вот и поиграли, называется, за Цитрона. Халявная победа. Ну а что, я не виноват ни в чем, ребята, абсолютно.
Я хотел как лучше, но ты видишь, он сфейлился. Я не знаю, может быть завис, может быть испугался. Вот, уже 12 ранг, тут будет поинтереснее. Причем ржавый разряд у нас выступает. Ну ладно вам, ничего себе вы тут надавали мне. Зачем мне такие огромные гигантские карты? Да. Так, могилоед, неуязвимка и две ягоды. И я уже, ребята, кстати, понял, что он собирается здесь брать за команду. Я думаю, что вы, наверное, тоже догадались, да? Это команда на спортсменах. Сумоист, 100% тебе говорю. Нет? Значит, ребята, я обознатушки. А обознатушки, как говорится, у нас перепрятушки. Ты заколебал, а? Ну что я могу сделать? Давай тогда вот так вот поставим. Так, потом он 100% будет делать неуязвимку. Так, у нас с тобой защита сработает. Давай вставляй своего тренера. Вот так вот он делает. Так, ребят, ну что мы можем с вами сделать? Там 100% будет еще один тренер. Как пить дать? Как пить дать? Поэтому мы, наверное, сделаем с тобой вот так и вот так. Поехали. Так, срабатывает защита. У него 100% еще один тренер. Так, мы с тобой ставим орех. Орех, наверное, я влеплю сюда. Так, смотрим. Вот сюда вот влепит тренера. Если он, конечно, есть. А у него нету тренера. Слушай, но если у него нет тренера, к примеру, я поставлю. Стоп, этого мы в любом случае с тобой, наверное, уничтожим. Поэтому нам выгоднее, наверное, делать вот так. Погнали. Так, у него, правда, вирус. Ты прикинь? У него, оказывается, вирус есть. Ладно. Пробил. Ну что, какие будут у нас, ребята, планы? Сюда поставил этого Ханорика, да? А что, если я вот так вот сделаю? Вирус у тебя опять, что ли, там есть в закромах? Нет, 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 нет. Ну тут фейл, друзья. Карты какие-то, я не знаю. Эту команду можно было разнести в пух и прах, но не цитроном. Ну что, друзья мои, продолжаем играть в растения против зомби-героя. Безумные правила у нас тут. Давай посмотрим. Игроки получают дополнительные единицы солнца и мозгов на каждом ходу. Со стратегической колодой профессора мозговая атака, тонкости ремесла вы найдете, на что их потратить. Ну давай посмотрим. Профессор мозговая атака. Мы против зубостизилы, да? Ой-ой-ой. Так. Ладно, допустим. Угу. Я думаю, что нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Что нам нужно сделать? Если я сделаю вот так.
Во время этого хода вместо приемов можно разыгрывать зомби. Вытягивание карты. Зомби у меня нету. Пиу. Допустим. Бочка. Так, вот это уже хорошо, ребят. Смотрим, что... Ага, он ничего не стал выставлять. Может быть, нам сделать... Вот так. Угу. Вот зараза, а. Еще и карту взял. Еще и вытягивает две карты. Ты погляди на него. Ну, а мы с тобой сделаем тогда вот так. Я думаю, это лишним не будет. Так, у нас с тобой будет 7 энергии, получается, да? А у него 6. Так, я пропускаю ход. Что-то зубостизила задумала, судя по всему. Опа. Да ладно. Ну вот это вот худо. Что это у нас? 4 или больше. Валим. Да, и наверное нам надо забомбить вот этого говрюшу. Беда с картами, блин. Он сейчас будет меня тут доканывать, судя по всему. У меня опять ничего нету. У меня только заклинание. Ага. Ты видишь, что творит? Еще и бонусную атаку. Дело-то дрянь. Опа. Блин. Но это не сейчас, верно? Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Бомбанем. Так, что еще сделать? Да вот так вот поставим, чтобы зомби-астронавта. Сейчас у нас сработает с тобой защита. Угу. Аж 20 раз сработало. Аж 20 раз. Смотрим. Ну что, бомбанем, наверное, да, по нему? Защита сработает? Ай-яй-яй. Решил все-таки он уничтожить мне пирата. О, как. Слушай, ну ты заколебал, а? Повезло нам. Крупно, если это можно назвать повезло. Бесполезняк какой-то. Ладно, погнали. Слушай, ну у него с картами там беда. Так, а вот он сейчас поставит. Надеюсь, там без всяких бонусных, блин, атак. Давай вот так вот сделаем с тобой. Серьезно? Даже никого не поставил? Ну, я могу... А я могу даже не так сделать. Мы, наверное, сделаем с тобой вот так. Бумс. Задудели. Еще и раздавить. Все. Тогда крышка ему. Все, друзья мои, справились. Выиграли, да? Соточку билетов получили. Гигантский гаргантюа.
Ладно, а мы продолжаем. Продолжаем, друзья мои, драться на арене. Роза, 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 роза. Давай-ка мы, наверное, возьмем с тобой орех. Но опять же, орех, ореху рознь. У меня есть один орех, так, по-моему, этот. Это у меня на отхилах. Вот я хочу сейчас за него поиграть, ребят. Как думаешь? Прокатит, нет? У меня есть орех на ореха, который играет, а есть орех на отхилах. На отхилах у меня, опять же, солянка, я сам ее собирал. Но старался, ребят, как можно лучше сделать тебе колоду. Так, у нас здесь, ну ты видишь, сам. Прибежал разгром, короче, тут раздухарился. Вызывает панка, да? Что за колоду ты тут решил замутить, а, панкуша? Мне лично очень интересно знать. Так, кактус. Ну давай я вот так вот сделаю, поставлю сюда кактусенка. Безумие делает, да? Увеличивает здоровье. Как скажешь. Так, задумался. Так, у нас есть молоточек, да? Мы можем, в принципе. У кого 3 хп будет, того и вольнем. Точнее, не 3 хп, 3 атаки. Но этот-то в любом случае погибнет. Если он, конечно, здесь сейчас не сделает. А что он сделает? Да ничего, в принципе, он сдается по ходу дела, друзья. По ходу дела сливается. Да, сливается чувачок 9 ранга. Ну, ему простительно. Ну, ладно. Не получается, ребят, нормально поиграть. Все время либо сдаются, либо меня выносят. Третьего не дано. Переходим с тобой на... Да, на 15 ранг. Ну, я, главное, получаю свои гемчики, да, и все. Кто-то, кстати, говорил из подписчиков Рэй: возьми, распыли свои карты на пыль и сделай из них легендарки. Ребят, вы знаете, сколько стоит одна легендарная нормальная карта? 4000 энергии пыли. Мне надо тут всех разобрать, чтобы что-то получить. Да вы что, все сговорились, что ли? Я не пойму, эй. Вот так, друзья мои, хотел снять серию. Снял, блин. Давай, орех, неужели так тебя боятся-то все, а? Ну вот, вот, наконец-то, ребята. Мозговая атака, профессор. Ранг одинаковый. Сейчас меня тут разнесут, по-моему. Сделаем так. Ай-яй-яй. Не очень, не очень, честно говоря, досталось-то мне здесь. Опа. Вылез фотограф. Значит, он все-таки на заклинашках, друзья мои, хочет сыграть. Значит, он будет работать на заклинашках. Хм. Давай я вот так вот сделаю. Упс. Упс, друзья мои. Еще делает. Тут мне придется защищаться. Ставить защиту. Ну-ка, попробуем.
Кто у тебя там, интересно? Оу. Я тебя понял. Еще и шаманство трех карт успевает влепить, а ты посмотри на него. Два-два. Ну тут-то тебе дудки. Что будем делать, ребята? Кто скажет? Этого надо убирать однозначно. Как быть, как быть? Давай я сюда поставлю. Я знаю, ребята, у него могут быть заклинахи и все что угодно. Причем заклинашки коварные. Так, а мы что, на следующий ход у нас 5 будет, да? Мы сможем поставить авокадо. Мы поставим с тобой авокадо. Вот обидно то, что я защиту уже потратил. Неуязвимость. Вот это да, ребят. Смотри, он тратит энергию. Какие-то у него коварные планы. Этот ландшафт надо менять. Надо менять. Так, выставляет фараона, да? Отнимает у меня энергию. Я тебя понял. Че, восстанавливаем энергию тогда, получается, да? Да, восстанавливаем энергию. Фиг с ним, вытягиваем за ту карту. Поехали. Прокачивается гаденыш. Так, надо вот этого валить. Кабачок дали. Дали кабачок, ну что? Ну вот это ты зря, парень. Так, сейчас сработает защита. Это мы прибережем. Защитничек у нас, друзья мои. Но я не знаю. Опа, опа, опа. Явился, не запылился, да? Ключник еще. Ну, раз у тебя ключник и все тому подобное, нам лучше, наверное, сделать. Наверное, вот так вот. Поехали, друзья. Наносит 2 единицы урона. Вот так вот, да? Так, он хочет меня пробить, что ли, я так понимаю? Он хочет уничтожить. И у него получается, да? Сдулся. Хе-хе-хе, выставил куда? А, вот как. Я тебя прекрасно понял. Так, смотри. Сделаем тогда с тобой следующее. Плюс 2, да, он делает? Так, лужайка 7, это... Блин, фигня получается. Ладно, давай я сюда поставлю. Таким вот образом, да? Еще сделаем вот так. Сюда поставим. Вот так. Еще хильнемся.
Погнали. Интересно, у него есть там что-нибудь? Нету бонусной атаки у тебя, парень. Угу. Ключник этот запарил. Ты решил его прокачать, да, все-таки? Плюс надгробие. Так, а мы с тобой сделаем, наверное, следующим образом. Ставим сюда. Так, и под замену. Так, Бесюна, Гаргантюа, все понятно. Все с тобой понятно. Поехали, короче. Так, срабатывает защита. Пузырь. Пузырь мы пока не будем трогать. Угу. Кого он сейчас будет выставлять? Только бы не на воду, главное. Только бы не на воду. Сделаем с тобой вот так тогда. Четыре плюс три. Блин, не хочу ему давать. Давай-ка, наверное, так сделаем. Ага. И тю-тю-тю-тю-тю. Что бы еще-то делать? Я могу вот сюда поставить, в принципе. Так, что у него там? О, понял, кто у него здесь. Размещает зомби-астронавта. Так, ну что, этому кранты? Кукуруза. Хороший бой на самом деле, да? О, ты видишь, что он достал? Имитатор. Но я его уберу, это понятное дело, я его тут составлять не собираюсь. Так, пошел прочь. Дальше мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Ну и вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, это была грубейшая моя ошибка. Так, ну у него, наверное, что-нибудь есть, да, по уничтожению или нету? Мне надо было кукурузу ставить вот сюда вот. Защита у него сработает. Он опять там сделает добор, наверное, трех-двух карт. 100% тебе говорю. Наносит 2 единицы урона. Видишь, что творит? То есть у тебя дофига заклинаний, я так понимаю, да? Так, минус. В лицо. Прокачивается, конечно же. Как ты заколебался своей прокачкой, а? О, смотри, что делает. Угу.
Так, ну что, мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Его уберем, наверное, вот сюда. Сюда я поставлю, наверное, орех. Ну и вот так вот. Ох ты, кто у тебя там? Смотри-ка. Вон карты, карты сейчас возьмет, ребят. Естественно, карты. Три штуки. А, две. Две карты вытягивает. Потом в табло. Тунс. Что дальше? Да, у него карта, конечно, побольше, чем у меня будет, да? Видишь, что творит? Ты видишь, что он вытворяет? Я, наверное, поставлю вот так вот. Газонокосилочка. Кого бы нам убрать? Ну, наверное, вот здесь вот. Как раз 10, да, в лицо получается? Нет, не получается. Хотя получается. Нет, 7 в лицо получится, да? Бонус на атаку делает. Допустим. На тебе. Создает случайного зомби. Ну, создавай. О, еще и скроваж... Ой-ой-ой-ой, ребята, это плохо. Кровожадность, вот это, конечно, не айс. Вот это хорошо. Вон, смотри, что творит. Смотри, что творит. Так, сделаем вот так с тобой. И вот так. И плюс ко всему прочему, сделаю вот так вот. Кто там у тебя? Ага. Ой-ой-ой. Ну, интересно, что у нас тут получится. Смотри, наносит 2 единицы урона. Все? Теперь смотри, что происходит. Раз. И два. А разве крахмал... А, крахмал это же не орех, господи. Вот так вот я поставлю сюда. Пьюм, плюс карту вытянули. Ну а теперь что? Угу, мина. Еще один орех. Надгробие опять, да? Здесь фотограф. Короче, делаем с тобой проще. Минус. Сюда поставлю орех. Здесь уничтожим. Ну и вот так вот сделаю. Хочу посмотреть, что он будет делать. Да все, парень, ты приплыл. О, спасибо тебе большое. Иди к ядрене фене отсюда. Но бой мне понравился, ребята. Был хорош, хорош. Так, и мы с тобой, наверное, попадем сейчас на следующий ранг. Да, ребята? 16-й ранг. Плюс 20 гемов. Ну давай, наверное, еще один боек с тобой сыграем. Только вот за кого? За картошку можно попробовать.
за бабаха. Ух, давненько я за него не играл, ребята, давненько. Потому что он меня в последнее время начал подводить. Ну, не он начал подводить, а колода, которая у него. Ржавый разряд. Опять колода, наверное, спортсменов, скорее всего. Сейчас глянем. Это уберем. Это уберем. Вот так оставим. Ой, а что я как тут? Блин, кактус не выставил. Ладно, фиг с ним. Что у тебя там такое, а? Спрятано. Ты, наверное, хочешь... Я понял, что он хочет. Он сейчас уберет атаку с этого ореха. Нет? Значит, ищет комбинацию, друзья. Фруктовый микс. Опачки. Оу. Спасибо тебе. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Поехали. Тинс. Допустим. Хм. Это можешь убрать. Это тебе не понадобится, парень. Ага. Вот ты, значит, что там чудишь. Лава-гуава мне досталась. Лава-гуава — это хорошо, ребята. 10 хп у него осталось. Он даже не шевелится пока. Нет, шевелится. Как-то не странно. Кто у тебя там? О, конфеточник. Сейчас, ребята, будет плодить карты. Так. Итого 6 хп. Так, у него там дофига конфет должно быть, насколько я понимаю. Будешь бомбить орех, ой, как ты будешь получать звездюлей здесь. А вот это вот другой разговор. Так, ребят, сейчас мы с вами делаем что? Берем лаву-гуаву, бомбим здесь. Спасибо, спасибо тебе большое. Вот таким вот образом я сделаю. Да, меня вполне устраивает. Усиляешь, усиляй, усиляй, усиляй. Усиляешь, давай. Тынс. Так, окей. Еще один орех у нас. Угу. Еще творит. Сейчас он хочет апать карты. Он будет апать карты, ребята, поэтому... Поэтому делаем с тобой следующее. Так. И вот так. Давай смотреть. Вытягивай две карты. Хорошо. Естественно, эти карты будут прокачиваться. Ну, а теперь смотри, что мы будем делать. Бамс! Все, ему крышка. Пока. Фокусник. Нормуль, нормуль. Мне понравилось. Ну что, ребята, это был наш закругляющий на сегодня бой.
следующей, наверное, серии мы обязательно с тобой перейдем. Нанесите 30 единиц урона героям. Обязательно перейдем на следующий ранг, может быть даже на 2, потому что, ну, с самого начала это все легко и просто. А на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.